У каждой маленькой девочки есть своя мечта. В то время, когда многие мечтали о куклах, о прекрасном принце, я стремилась к самосовершенствованию. Это трудный и тернистый путь. Но шаг за шагом я становилась лучшей версией себя. Дисциплина, настойчивость и амбиции стали моими лучшими друзьями. Это путь, который я прошла, чтобы быть той, кто я есть. Привет, меня зовут Алтынбекова Асель. И я участница Miss ITU 2020. С детства я старалась быть разносторонним человеком, поэтому уже много лет занимаюсь танцами и игрой на фортепиано. Также увлекаюсь чтением книг и кулинарией. Я уважаю целеустремленных людей, которые не боятся постоянно покидать зону своего комфорта. И в свою очередь тоже готова ставить и достигать новые цели. До встречи на финале!